have ways of blowing things up. Ребятушки, с вами Оладушки, мы сегодня с вами продолжаем, какой у нас тут этаж, 9-й, мы на 9-м, секретка находится на 10-м, пробираться к 10-му этажу, частично на него попав, но, как вы понимаете, через секретку никуда больше не выберешься, но мы сейчас пойдем сюда, на один секрет, и это, да, это то, что я и подозревал, это у нас доспех. Он тяжелый, ну, как и весь сет тяжелой брони. Кстати, да, кто там ржал с пластичной брони? А она пластинчатая, я на полном серьезе думал, что она пластичная. Ладно, ребят, я не со зла, если что. У нас от пластинчатой брони остались черпяточки. Ну, хорошо. Кераса вместо хитина идет. Так, а хитин у нас идет сюда вместо кожанки, потому что кожанка 4, а хитин все-таки 9, это легкая броня. Мы потихонечку... А когда я успел это одеть? А, да, точно. Мы потихонечку нашу деваху одеваем в хитин. У нас пластинчатых 2 оказывается, ха. Их можно найти 2 сета. Где штаны не взял? Вот это мне... Да хорош! Не трясите там, я читаю. Кинжал ассасина. Хорошо. Так, значит, у тебя по весу не так хорошо, как хотелось бы, да? Давай мы тебе, наверное, вот этот вот хлебушек сейчас дадим. Да, скушай хлебушек. Чувак тут прям голодает. Ну сейчас, еще немножечко, я ему синий стейк скормлю, чтобы было прям хорошо. У тебя все нормально с едой, бычара тоже еще пока нормально. Я не знаю, что по этим сапогам. Защита, конечно, 2, но от холода 5. А тут защита 4. Ну, по идее, наверное, ему эти сапоги лучше дать. Уклонение, защита. Ему эти два... Ну, как бы его в любом случае, если начинают бить, его начинают бить. С этим ничего не поделаешь. Вот, кстати, 2 ключа есть. Скоба стойкости. Плюс 1 силу, кстати, еще дает. Здоровье 20. Ты у нас меньше времени восстановления для всех действий. Вот этот хороший. Надо сейчас проинспектировать, что у нас тут. Защита от яда. А, защита 2 и сопротивление яду 50. Да, тебя трудно отравить, дружище, это я понял. У тебя ничего, кстати, нету. А у тебя... Ага, перезарядка быстрее. Хочу ли я, чтобы у мага голод копился быстрее? Его-то не бьют, ему восстановление здоровья фактически не нужно. Вот что мне кажется-то. Давайте я одену пока что. Это защиты 2 дает еще. А это дает 1 силу. 1 силы, по идее, сила у нас идет в урон и в перенос тяжести, да? Посмотрим, насколько быстро мы будем истощаться с этим браслетом. Потому что
Нет, давайте так. Я его буду одевать, когда надо... Да, это будет браслет для хилочки, точно. Что-то я протупил. Долго мы тут с вами сегодня задержались. Ладно, по крайней мере, вы видели, я тут методом подбора. Я не знаю, каким образом, где оно там было. Вот тут вроде как, я не знаю, почему тут тени пересекаются, но тут тень от этого, от этой колонны и тень от этой колонны. То есть получается, что факел у нас оставляет тень здесь и оставляет тень здесь. А что тогда с тем факелом? Кстати, было бы здорово, если бы он тогда находился где-нибудь вот за этой колонной. В общем, пересечение теней, оно здесь. От этих двух колонн, да, я согласен, но с третьим факелом это тогда не совпадает. Или же здесь подразумевается только два факела. Но зачем-то это третье ушко под факел. В общем, не знаю, это немножечко странно. По крайней мере, все довольно легко решается методом подбора. Поэтому это решилось. Ну, вы видели вставочку в начале, там все показано, как и что и где. Теперь, почему я так хотел с этим разобраться? Потому что сейчас мы с вами пойдем в бесконечный коридор. И у меня такое ощущение, что если я его все-таки пройду, если такое случится, то я не хочу сюда больше возвращаться. Поэтому сейчас валим. У меня есть некие соображения, как его можно пройти. Давайте посмотрим, где у нас этот свиток, слиток был. Я хотел сказать свиток, перепутал со слитком, сказал свиток правильно, потом... Да, короче, не заморачивайтесь. А, два раза влево, один раз вправо, один раз влево, три раза вправо, дважды влево. В общем, у меня есть такая теория. В прошлый раз мы с вами мучили этот коридор, оно все как-то не складывалось, как-то не шло. Потом, когда я монтировал, я посмотрел еще раз на все эти потуги и пришел к некому такому выводу. А что, если учесть, что вправо и влево — это движение вперед? То есть, поймите меня правильно, конечно, вправо и влево — это движение вбок, но что, если учесть, что имеется в виду не движение вправо и влево, а движение по правой и левой стороне? Ведь стороны здесь именно как раз две. Тогда получается, что горизонтально параллельные плитки будут считаться за одну. Давайте, исходя из этого, попробуем. Если у нас два раза влево. Раз, два. Один раз направо. Мы переходим сюда, но остаемся на том же месте. Теперь один раз направо. Один налево. Три раза вправо. Раз, два, три. Дважды влево. Оп. Раз, два. А это она повторяет дважды, значит, два раза влево, дважды влево, еще раз, раз, два, один раз направо, один раз налево, три раза вправо, раз, два, три, и дважды влево. Ха-ха, это получилось, это сработало. Чертов коридор, чертов коридор. F5. это получилось, это работает. Я не знаю, возможно, там где-то на стенках были какие-то кнопки, какие-то секретки, какое-то еще что-то. Оно идет все лесом, я не хочу знать и видеть ничего. Вот, поэтому я туда уже не пойду. Не знаю, вот этот коридор, он меня очень сильно... Ну, не то чтобы выбесил, он, в принципе, логично проходится. Но до этой определенной логики нужно еще дойти, поэтому... Ох... Прям жестко. Здрасте. А ты что, сюда не пойдешь? Блин. Раздуплись! Спасибо. Ну, в принципе. Просто какой-то чувак одинокий здесь ездил. Может, кстати, не одинокий. О. Какие-то... лабиринты. Ну-ка F5, ребят.
А вы кто такие? Вроде не сильные, но... Так-то по-хорошему, кто знает. Кстати, мне еще пришла в голову такая идея. Сейчас, секунду. А как их... А, сейчас, ладно. Кнопочка. Нет, не кнопочка. Если вот так вот... А, их можно вот так... Ну, они тогда просто... Я думал, их поджечь как-то можно. Шляпка очень такая, под ассасина. Капюшон соглядатая. Уклонение 5. Темный капюшон, закрывающий голову. Уклонение 5. У меня, кстати, здесь уклонение почти столько же, сколько защиты. Это дает силы 3. А сила у меня будет в... Секундочку, ребятушки. Сила воли. Сила. Физическое мастерство и мощь персонажа, но увеличивает силу атаки и максимальный переносимый вес. Сила атаки. Ловкость. Способность двигаться быстро и совершать маневры. Требует точность и острость глаз. Точность и уклонение основаны на ловкости персонажа. Точность и уклонение. Выносливости, понятно. А на метательное оружие что влияет? Сила влияет или нет? Вот что мне интересно. То есть так-то вот капюшончик соглядатая на уклонение, он довольно-таки неплох. Это если ловкого персонажа делать. А тут... А я тут разве... То есть прям вот так? Просто комнатка с лутом? Не верю. Ну ладно. И две такие мухи еще все это охраняли. Ну хорошо. Капюшончик забрали и пошли отсюда. Мухи, ну не знаю, я бы не сказал бы, что прям сильные. Давайте посмотрим, как этот браслет работает. Иди сюда. Ну-ка, где у тебя жизни? Опыт. Блин, опыт. Пища. Очки здоровья. 123. Давай поспим. У меня маг проголодался все-таки до конца. Хорошо. Значит, этот браслет мы будем использовать просто как... На, поешь. Просто как экстренное лечение для какого-то персонажа. Если нужно быстро поспать и вылечиться, он у нас будет как некий буст, так уж скажем. Так, тут у нас еда. Еды и... Блин. Может, нам еще этих синих динозавриков дадут? Из них неплохо еда идет. Котлетки вкусные получаются. Камень! Неожиданно. Записочка. От Турума, чувак, давно мы тебя не... Блин, а когда мы с тобой встретимся? Я думал, что мы на этом этаже встретимся. Гора снова задрожала. Он от внезапных толчков. Они, кажется, исходят из-под моих ног. От сердца горы, я думаю... От сердца горы, я думаю, что рядом с их источником. Я думаю, что я рядом с их источником. Камень. Зачем мне камень? Погодите. Это же не записка была прижата камнем. Это здесь не нужно. Если мне дают камень... Значит, вполне вероятно, он пригодится.
Тут ничего нету, никакой ни нажимной плиты. Это очень интересно. Ладно. Камень. Гора задрожала. Источник прямо у меня под ногами. Иди отсюда. Попробуем на один с ним выйти. Нормально. То есть бьется, но не критично. Надо было все-таки защиту врубить. Я что-то посамонадеялся. Смотрите, какая штука интересная выходит. Вы видите закономерность? За этой дверью явно будет комната. И все это сходится к центру карты, смотрите. Там сверху мы взяли свиток. Справа мы взяли... А что мы там взяли? Я не помню, но что-то взяли. И тут дверь. Милочку. Это дает мне некие основания полагать, что будет еще и дверь слева. Хорошо, это закономерность. А что она нам дает? О, все мудренее и мудренее. Хорошо. Тут мы замыкаем просто коридор. Ты ж, блин. Она тут и пройти-то больше некуда. Получается, ищем секретку? Да идете вы лесом. Нельзя так с людьми поступать. Минуточку, где у нас был закоулок, который говорил, что механизм прямо под ногами? Здесь. Здесь. Но я практически уверен, что у нас сейчас дело в настенной кнопке какой-то. Вряд ли в чем-то другом. Тут ходило два огненных элементаля. Это... да! Здравствуйте. Ёлки! Где? Я не знаю, что там вылезло, погодите. Книга мудрости, очков умений. Используется ПКМ, чтобы... это не обязательно магу, кстати. Это нужно. Минуточку, на что мы копим? У нас что-то... Магия огня, великий огненный шар. И сколько у нас экспы? Не так уж и много. Но нам бы хотелось великий огненный шар, да? Да, хотелось бы. На него мы втюхаем, допустим, 3. А в колдовство... Не, в колдовство нам уже бесполезно идти. Блин. Землю... В землю надо 4 полных. Защита посохом. Тоже ни о чем. Сопротивление к огню. Круг защиты от магии огня. Все члены группы получают плюс 25 защиты от огня. Ой, блин, это было бы круто. Это 32. Это еще... Если я кину сейчас 5, у меня будет 26. Я же понял, что это 5 скиллпоинтов мне даст. Хорошо. У тебя. Что у тебя это будет? Метательная. Да, двойной бросок, черт. Я хочу эту штуку. Но это, по сути, следующий уровень. Ну, так же, как и огненный шар, это тоже следующий уровень. А что у тебя с уровнем? У тебя с уровнем тоже не так уж хорошо, но чуточку-чуточку получше. Блин, ну большой... У нас маг основной дамагер получается. А вам что-нибудь нужно? Просто как-то, ну не знаю, про вас я даже не подумал. Сокрушающий удар. Это тоже следующий уровень. У каждого, смотрите, на следующем уровне будет что-то крутое. Могучий удар. А ты?
Выпад тоже следует. Блин, мы стоим на таком тонком краю, когда у каждого персонажа следующий уровень приносит какую-то очень крутую плюху. Смотрите. Выпад. Мощная атака, пронзающая вражескую броню. Ох. Шквал разрезов. Хо-хо-хо. Нет, ладно. Давайте мы все-таки магу это втюхаем, потому что... Где у нас там было? Магия огня. Я хочу огненный шар. И все-таки на магии у меня замешано очень много урона, поэтому... Сюда. Ваши огненные шары более мощные. Хотите получить более мощные шары? Так, ладно. Вкидываем. Ну и идем дальше, потому что нам все равно это качать надо. Хорошо, F5. Похоже, что... Что, блин? О, ребят, я давно вас не видел. Проверим огненный шар. 92. Неплохо, кстати. Блин, чувак, было бы круто, если бы ты не промахивался. Я бы прям оценил бы это. Поспим. Отдохнем. Я не тороплюсь. Там вроде как стейк из чувака выпал. Это хорошо. Котлеточек опять же понаделать. Это все нормально. Так, кстати. А если тут нашлась кнопочка, с чего бы ей не найтись где-то еще в каком-то другом месте? Секрет никто не отменял. Ха! Кнопка? Бутылка чего? Что здесь? Зелье ярости, блин! Чё, подрубаем берсерка? 4 подоконника. Вот оно что! Это вот здесь я что-то подобрал? Вот здесь что-то подобрал. Ага. А вот и вот эта штука, да. Все вот это вокруг открылось. Мы сюда подходили. Сюда подходили. А четвертое было здесь. Вот в чем закономерность-то. Вот она, Карл. Центральная комната с закономерностью. Окей. Я сначала не осознал, что произошло. Я думал, просто открылось две боковых стены. А оно нет. Кристалл. Я, блин, просто несказанно рад его видеть. Ах, как хорошо-то. А зачем? Блин, я зря вылечился, да? О, Ктулха, привет. А, слеза земли. Слеза... Земли. Ха. Ну, получается камень. Ну, то есть что-то сделанное из земли и что-то маленькое. Блин. О! Крякнуло. Значит, правильно. Ну, это просто очень логично было сейчас. Слеза земли, что-то маленькое, сделанное из земли или из камня. Что здесь? Отрава игры с головой из стали. Голова из стали. Значит, все остальное должно быть не из стали. Что у нас есть такого? У нас есть цепь. Но это не он. У нас есть арбалет. Голова из стали, но это не он. У нас есть... Понял. Не дурак.
А как мне в один выстрелить? Я не хочу все. Вот так, наверное. Арбалетный болт. Ну, видимо, потому что он деревянный и наконечник. Но я тогда не понимаю, почему отрава игры. Отрава игры. Ну ладно, оно клякнуло, значит, правильно. Разгадыватель тайн. Не понял, ладно. Разделенный страх. А у меня точно есть все эти предметы? Может, сюда этих золотых башков повтыкать? Не. Так, стоп. Разделенный страх. Что-то разделенное, что-то по кусочкам. Что может быть у нас по кусочкам? Мешок с кусочками еды, но это не страх. Костяной амулет. Череп. Что у тебя есть? У тебя свитки. Свитки нет, вряд ли. Разделенный страх. Может, какое-то зелье страха? Но мы же не можем. Это чего-то, чего должно быть много. Разделен. Ну или не то чтобы много, что-то, что состоящее из кусков. Погодите. Что может состоять из кусков? Из кусков могут состоять... Амулеты, кстати. Или браслеты. Вообще, любая вещь может состоять из кусков, но... Не шапка же? Нет. Камни? Нет, камни тут уже срабатывали, погодите. Что-то метательное? Разделенный страх. Несколько... Ну, то есть, люди боятся... Ну, это оружие, метательное оружие. Из нескольких частей, нет? Нет. Это может быть-то. Но черт с тобой, давай амулеты попробуем какие-то. Ладно, я сюда еще вернусь. Погоди. Так. Разгадыватель тайн. Кто разгадывает тайны? Тайны разгадывает... Мудрец, маг. Маг, кстати, не обязательно мудрец. Ха. Разгадыватель тайн. Что-то у мага искать надо. Может, корона, ну, на голову. Стоп, голова. Голова, разгадыватель тайн. Череп? Нет. Крутяк. Хорошо. Просто-таки замечательно. Блин, честно говоря, было бы офигеть, как логично поставить сюда все эти золотые фигурки. Но я знаю, что их должно быть 7. Поэтому их не 4, они сюда не подходят. Вообще, чё я вперся сюда? Погодите, тут... тут я дальше не пройду. Вот чё я вперся-то. Ха. Но сейчас я начну, видимо, ребятушки, путем подбора смотреть, как здесь и что. То есть первые две штуки были довольно логичные, а здесь разделенный страх. Блин, бык проголодался. На, покушай, дорогой. Страх, 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 разделенный страх. Да? А почему?
То есть вы берете человека как общую величину страха, разделенный. Может быть, это страх смерти, потому череп. Ладно, ладно, допустим. Тогда что здесь? Разгадыватель тайн. Ха. Ну хорошо, хорошо. Это был ключ. Разгадыватель тайн – это ключ. Тупо методом подбора. Я думаю, я вам ставлю нарезочку сюда, как я мучился, делая это все. Не знаю. Первые две были очень логичные. Следующее, вот это вот с черепом, ну, блин, не знаю прям. А если бы у меня не было черепа? Я их подбирал чисто из... Как-то... Давайте сохранимся. Я их подбирал исключительно из любопытства. Зачем они мне нужны? А прикиньте, у меня бы его не было. И что дальше? Вы, как оказалось, истинный герой, сильный физически и стремлением. Все же остерегайтесь, внизу дремлют вещи, намного более могущественные, чем вы. Спасибо, учту. Ага. Сокровищница. Ладно. Здравствуйте, это у меня есть. Я сюда могу пройти. Здравствуйте. Сделано из мертвого, обезглавленный человек не нуждается во мне. Сделано из мертвого. Сделано из мертвого. Значит, или что-то кожаное. Или что-то костяное. Явно не железное, хотя из мертвого. Может быть, кстати, и деревянное. Я не знаю, насколько здесь хороший перевод. Деревянное. Если имеется в виду, ну, дерево тоже является у нас какой-то роде жизнью, да? Дальше я никуда пройти не могу. Нет, у меня дверь туда, дверь сюда. Все, я понял. То есть здесь у нас не будет дальше прохода. Железная дверь — это всегда бонус. Давайте попробуем решить это. Посмотрим, что у нас в инвентаре-то имеется. Сделано из мертвого. Обезглавленный человек не нуждается во мне. Обезглавленный. Обезглавленный в смысле тоже мертвый? Сделано из мертвого, и обезглавленный человек не нуждается. Это еда. Нет, не еда. Ну погодите, убиваешь животное, оно мертвое, забираешь с него мясо, сделано из мертвого. Если человека обезглавить, он тоже становится мертвой, еда ему тоже уже не нужна. Почему это не еда? О, блин, это было бы крайне логично. Хорошо. Ну, вряд ли это зелька, да? Это не зелька, ладно. Сделано из мертвого. То есть, или кожа. Где у нас там кожаные шмотки были? У нас вообще хоть что-то кожаное осталось? Кожаные поножи остались. Блин, погодите, а вдруг это кожаный шлем, который мы выбросили? Ой, вот это сейчас фейл будет. Прикиньте, смотрите, сделанный из мертвого, из кожи. Кожаный шлем. То есть у нас же был кожаный сет.
кожаный. Помнишь, у нас был кожаный шлем легкий. Вот, потому что здесь есть ну, жилет соглядатый, кстати. А вот это интересное кино, смотрите. Штаны соглядатые, жилет соглядатые. И у нас тут есть капюшон соглядатый. Блин, а это сет, кстати. А, я только сейчас это заметил. Просто эта штука нам дает две силы воли. Так-то по-хорошему оно нам лучше, чем 5 уклонения. Вот это вообще сет на ловкача, наверное. Очень много уклонений дает. Но это не облегчает нам. А, черт. Это, скорее всего, кожаный шлем, да? Давайте посмотрим, что у нас еще есть. Королевская корона. Подходит под голову, но не подходит из мертвого. Сделано из мертвого. Черт. Это, скорее всего, наш кожаный шлем. Вот есть кожаные сапоги. Не, не подойдут. Погодите! Череп, не? Сделан из мертвого. То есть, вот, мертвая кость головы. И обезглавленный человек не нуждается во мне. Ну, это же правильно, это же череп. Отрубаешь человеку голову. Вот череп. Блин, это тоже было бы логично. Ну, наверное, игра такая... Нет, чувак, тебе нужен, наверное, кожаный шлем сейчас. Погодите. Кожаный. Костяной амулет. Кости, сделанные из мертвого. Если отрубить голову, амулет уже не наденешь. Ёпарасоте! Это работает. Хотя вариант с едой был логичнее, как по мне. Я думаю, это тебе, чувак. Шар Жандула. Требует навыки колдовство 10. Энергия плюс 35. Сила воли плюс 5. Интенсивный огонь. Дополнительный урон огненного шара и горения. Ой-ой-ой-ой-ой, как красиво-то сейчас зашло. Просто. Значит. Что у нас там по посоху было? Посох шамана. Это при том, что это наш второй посох, да? Первый посох мы вообще где-то уже выбросили, с которым мы ходили. Так, у нас сейчас... Что он дает? Он дает 20 энергии. Это наша лампочка. Здравствуйте. Так, ладно. Энергия 15, колдовство 5. Сила воли 2. Энергия 20, колдовство 7. Сила воли 2. То есть оно, по идее, даже лучше, чем наш шарик, этот посох шамана, да? Да. Больший урон ядовитого болта и ядовитого облака. Этот посох у нас заточен под яд. Ты у нас просто светлячок. Хорошо, я тебя понял. Ага, его больше никто одеть не может, черт. Ты. Энергия 35, прям дофига. Минечку, этот шар у нас дает... Этот колдовство 2. Вообще в идеале... Ну-ка. Да. Минечку, что у нас там по энергии? Энергия 237. А если мы это одеваем, то у нас энергии... Да, брось ты. 217. Офигеть. Да, это хорошая прибавка, кстати. А я могу вообще с двумя шарами ходить. Я тогда теряю два колдовства. Колдовство 22. Колдовство 10. Колдовство... 22. Тут 5.
А, он мне не здесь в статах прибавляет, он мне в принципе в статах прибавляет. Я понял. Так, я теряю 5 энергии. Сила воли 2, тут тоже 2. Энергия 15. Тут 25 энергий дополнительных. 232 будет 237. И 2 дополнительных колдовства. На яд я ничего, никакого бонуса не получаю, потому что яд у меня не прокачан. Чисто теоретически, вот этот вот посох шамана, он на 2 больше колдовства и на 5 больше энергии. Но! Чертов синий шарик светится. Поэтому... Переодень, пожалуйста. Переодень. Поэтому синий шарик у нас остается... Блин, у нас этих свитков уже. Надо повыбрасывать то, чем мы точно не будем пользоваться. Вот что я думаю. Но это такое... Бык, тебе уже в лом это будет тащить? В лом. Ага. Кожаные ботинки. Нет, посох тяжелый получается? 4 кило. Ух. И тебе будет тяжело, да? Никто не хочет его таскать, этот посох твой. Так. Деревянный ящик 6 килограмм. А что у нас... Хорошо, давайте тогда так. Свиток молнии. До свидания. А, так это и весь наш перегруз, да? Минуточку, что я вообще не качал? Воздуха и льда. Ваш персонаж воздуха, вы научитесь навыкам заклинания. Ага, для того, чтобы узнать. Земля. Колдовство. Минуточку. А электричество это воздух? Защита от электричества. Зачарование стрелы огнем это мне нужно. Огненный свиток огня мне нужен. Защита от огня. Ну, это просто выучить, по идее, надо, да? Свиток света, невидимости. Это нужно. Тьмы. Горение. Ну, блин, горение это я точно не забуду. Давайте вот так вот и сделаем. И все, я без перегруза. Потому что, по идее, мне нужно бы... А-ха-ха, я его еще и заберу с собой. Идите нафиг. Я теперь после такого рандома даже не знаю, где что может пригодиться. И это, ладно. F5. Я на самом деле сейчас очень сильно перебдел, потому что я думал, что мне придется за кожаной шапкой возвращаться. Она у нас... А, она у нас недалеко. Что-то я думал, что мне через не этот коридор придется идти внизу. У нас же открылось здесь шорткат открылся к трем статуям. Я мог бы пройти и забрать там кожаную шапку. Фу ты, ёпперес это. Я уж это думал. Так, сокровищница. Ладно, F5. А, меня тут сейчас будут атаковать, да, я так понимаю? Нет? А, это очередной выбор. Книжечка. Штанцы. Браслет. И шапка. Ох, тут прям... Эй! Ключи-то одинаковые, на мой взгляд, да? А, тут не только штанцы, там еще и бомбочки. Или скиллпоинты. Или шмотки. Давайте... Так, сейчас, ребят, секунду. Будем смотреть по очереди. Что за шапка? Защита, ловкость. Шляпа с пером. Защита и ловкость. Защита и сила. Ну, на самом деле, вот это вот защитой и силой, оно бы мне понадобилось, если бы я бил дальним оружием. А ловкость, я думаю, так, а браслетик 50 пойзона, такой же, как у меня есть. Просто можно одеть, например, на БК. Так, F9. Смотрим, что здесь. Пластинчатые коленники. Блин, это то, что я типа всю игру искал, да?
которые наконец-то мне здесь дадут пластинчатый сет целиковый. Перчатки, ботинки, наколенники, кираса и полный шлем. Это мне закончит весь сет на быке. И... О, две ледяные бомбы, кстати, неплохо. На самом деле, несколько... Ну, сколько, конечно, тут 6... Тут 12, они в два раза лучше, дают мне еще 6 защиты. Тут защиты 62 вообще становится. Но оно нисколько защиту мне будет радовать, а будет радовать, что я наконец-то нашел полный сет. Потому что я, видимо, где-то одни такие поножи упустил. Тупо книжечка на 5 очков умений. То есть я получаю левел вне очереди. Такая же штука, как я получил на маге. Только на маге мне это уже не нужно. Ну как? Не, ну нужно, конечно. Ну смотрите, двойной бросок, это, конечно, крутая штука. Но я все равно до этого дойду. Вот что мне кажется. Тут шляпа на ловкача. Которая, в принципе, неплохо, но не так, чтобы мне уж и нужно. Браслет, который тоже неплох, но у меня уже есть один такой. Конечно, было бы тоже хорошо и второй сюда, но нет. А вот, например, бомбы замораживающие, которые могут застанить противника какого-то неудобного. Это нужно. И да, я, наверное, возьму вот это. Я понимаю, что книга скиллов, все дела, но скилл я и так подобью. Тем более, вот на Минотавре Кентавр Стоун Скал. Кстати, даже его имя нам говорит о том, что он дружит с черепами. А, нет, это у нас... Упс. Это у нас Контр. Это Морг. Морг-морг, да. Блин, тогда надо было навык черепов сюда ставить. Ладно. Кстати, смотрите, в броне у нас есть мастер щита. Удвоенное уклонение при ношении щита. Щит я ношу, между прочим. Мне нужно будет уровень сюда. Бля, а что я раньше-то я на броню забил смотреть? Я быстро начал мечи качать, да? Да, я молодец. Атлетика. Ловкость, носильщик, увеличит емкость рюкзака. Ну, блин, ну тут очень много чего нужно. Ну вот смотрите, я могу один уровень-то вкинуть сюда сейчас, получить мастера щита и получить удвоенное уклонение. У меня его будет 44, кстати, неплохо. Защита у тебя 71. Тут защита 56. Не-не-не, ребят, сюда. Сюда. Уровень придет. Все нормально. А вот эту штуку забираем. Во-первых, 62 защиты. А во-вторых, так, кольчужные поножи тяжелые. 7 кг весят. Спасибо, ребят, я вас здесь оставлю. Во-первых, у меня тут полный сет. Я уж не знаю, насколько сет этот будет. Все, сохраняемся. Фух. Шмотку забрали. В секретку сходили. Пора и честь знать. Давайте сюда. F5. А, какой-то подозрительно длинный коридор. А кнопки? Не, не будет. Хорошо, получается, что у меня на воровке следующий уровень. Мы получаем двойной бросок на следующем уровне. Это просто не может не радовать. Оп. И что я нажал?
Ну, я что-то нажал. Вы же не будете мне сейчас говорить, что оно будет... Смотрите, один из главных уроков, которые извлекают люди, играя в эту игру, ну, конкретно я. Если ты что-то нажал и ничего не случилось, значит, это случилось далеко, или ты нажал не все. Мы сейчас по спиральке пойдем, да? Черт, тебя нет! Нельзя так поступать, блин, я чуть коньки не двинул тут, ёлки-палки. Я в сокровищнице заперся, где? Неплохо зашло. Ха, ноль! С сюрикеном просто на ноль. Где там его бросил-то этот чертов сюрикен? А, я подобрал его уже. Фух. Нате вам в сокровищницу. Я думал, я отъеду сейчас просто. Я иду, ищу кнопки такой по стеночкам, по сторонам втыкаю. Тут такой... нельзя. Пердечный срез тупо людей может случиться. Помните, были такие подлые старые приколы? Когда-то, когда говорят, найди 10 отличий, и потом берут и пугают тебя скримаком. Где там эта чертова кнопка была? Второй раз жать на нее, не жать, где она вообще находится? Она находится посередине, почти посередине нижней части, хорошо. Фух. А вы чё? Детки говорят, чувак, на стенках могут быть кнопки. Смотри внимательней. Вы офигели там что ли совсем? А прикиньте, тут еще одно будет. А ведь они могут, разрабы могут такое устроить. Может, тут вообще по пути все факелы надо было собирать. Кто же вас знает-то? Огромнейшие длинные коридоры. А, знаете что? Погодите, так, так, так. Нету? Ну, понятно, оно сейчас будет уходить водоворотом, то есть скручиваться к середине, не к середине. Я все ожидаю найти тут еще одну кнопку. Я не знаю, как это все будет. Я так полагаю, что мы сейчас вот так вот по кругу придем к выходу из уровня. Есть у меня такое некое предположение. Если я не найду больше ни одну кнопку, то возможно я потом еще за кадром тут побегаю, полазю, поищу. Говорил же я вам. No!
чисто за счет мага сейчас вытащил. Вот елки-палки, потому что у него усиленные огненные шары. Сколько я в него? 4-5 шаров запульнул. Чисто за счет мага сейчас вышло. Спасибо, чувак. Просто красавчик. Затащил каточку. F5. Угу. Идем по спиральке. Я же говорю, что вполне возможно, тут может быть еще один. Но раз уж на то пошло, вот этот вот второй был полегче, потому что тут ход коридора короче, и убегать от него было полегче. Хотя ставить монстра, который чарджит, это выход. Все, понятно. Значит, вот та кнопочка, она там совсем не случайная, ребятушки. Мне кажется, что я что-то пропустил где-то как-то. Или что-то открылось вообще в другом месте. Но кнопки просто так не бывают. Поэтому, да, наверное, давайте пока что вот здесь вот серию будем заканчивать. Посмотрим. Я, наверное, схожу за кадром по этому коридорчику, еще раз прогуляюсь, посмотрю, что где могло открыться. Пока что на этом все. Спасибо, что были с нами, ребятушки. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.